Всем привет! На связи магазин мотоэкипировки ProEquip, и сегодня у нас на обзоре ботинки мотоциклетные форма Hornet. Форма Hornet — это у нас классические мотоциклетные ботинки, полноразмерные, выглядят в таком спортивном стиле. Вообще, вот с точки зрения стиля здесь все практически идеально, нету никаких выпирающих лишних частей. Что касается непосредственно защитных характеристик, пятка у нас усилена сантиметровой пластиковой защитной вставкой, очень-очень крепкой. Также спереди у нас есть слайдер, который, в принципе, создает с носком такую монолитную конструкцию, тоже, в принципе, к ней никаких претензий нет, практически никак под пальцами она у нас не изгибается. Подошва не гнется при нажатии поперечном, но если мы направляем немножечко вектор силы против пальцев, то какая-то деформация есть. Я не могу сказать, что она прям очень критичная, прям вот с треском, с хрустом, но идет. Но, в принципе, для ботинок такого форм-фактора это вполне себе нормальная тема. Щиток на щиколотке у нас гнется. Он скорее у нас противоударный, нежели демпфирующий. А вот сзади у нас уже щиток прорезиненный дополнительно. Тоже очень крупный, очень большого размера, с большим запасом по пластику. Так, молния у нас закрыта при помощи кожаной полоски. У нас молния — это подвижный механизм, он бывает под воздействием влаги ржавеет, поэтому, в принципе, вот такое решение, ну, оно классическое для всех, более-менее качественных ботинок, а форма Hornet — это не более-менее качественные ботинки, это прям хорошие ботинки. Вентиляция здесь у нас представлена, ну, в принципе, двумя-тремя отверстиями, которые располагаются на щитках. Отводов здесь я не вижу. Также я вижу, что здесь есть какое-то подобие шарнира. Если мы будем пытаться ногу раскрутить, то, в принципе, какая-то тоже деформация есть, но вот сам этот шарнир сделан так, что он практически ничем, опять-таки, стилистически не отличается от всей вот этой конструкции. Если вам понравились эти ботинки, ссылку на них мы оставим в описании. На этом все. С вами был канал экипировки ProEquip. Подписывайся на наши обновления, ставь большие пальцы вверх. До скорого!